Начало второго в Кирове. Это программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую слушателей. Говорю здравствуйте гостю нашей студии Андрею Усенко, члену Общественной палаты Кировской области и Общественной палаты России, вице-президенту Вятской торгово-промышленной палаты. Андрей Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Ну, мы начнем, конечно, с наших вопросов, однако я напоминаю слушателям, что на сайте hakirova.ru через форму анонсов Андрею Леонидовичу можно задавать вопросы. Пожалуйста, пользуйтесь. И там же на сайте сегодня в течение дня появится аудио-видеозапись нашего эфира. Ну, сейчас приступаем к вопросам. Тема мусора, она нас не отпускает. Мы ее обсуждаем со всеми, включая вот уполномоченного по правам человека, буквально там 20 минут назад, да? Но с вами я хотела поговорить все-таки вот в каком аспекте. Пока не очень понятно и не так часто мы к этой теме обращаемся, что будет происходить с платежами за вывоз мусора в отношении бизнеса. То есть по людям мы говорили много. По людям пока ничего не понятно, даже непонятно, с метра или с человека мы будем платить, до сих пор непонятно. Что с бизнесом? Действительно, там, 5 дней осталось там, до, по сути дела, вступления в силу новых правил обращения с твердыми коммунальными отходами. И действительно очень многое обсуждалось в отношении граждан. Что будет происходить, каким образом там, цифры звучали, все это. И совсем немного, к сожалению, информации относительно того, что изменится в отношении юридических лиц. Мы в торгово-промышленной палате обратили на это внимание некоторое время назад, провели соответствующие встречи и сейчас ведем эту разъяснительную работу, потому что надо понимать, что объем твердых коммунальных отходов, генерируемых юридическими лицами, сопоставим, по сути дела, с объемом, который образуется в результате жизни граждан. Ну, вот здесь у нас в студии Ян Чеботарев приводил пример, да, его офис, много бумаг, понятно, бумаги юридические, бумаги не могут быть просто там куда-то складированы, сданы в макулатуру, потому что там, ну, какие-то, видимо, сведения содержатся такие, которые чужим глазам не предоставишь. Поэтому они пропускаются через щедр, и вся вот эта вот куча, извините меня, бумажной лапши, куда-то вот она должна быть выброшена. Где-то коробки, если это магазин какой-то, да, где-то еще что-то. Ну, видов отходов очень много. Мы понимаем, что юридические лица действительно много производят видов отходов. И сейчас надо, чтобы каждый руководитель юридического лица, собственно говоря, задал себе вопрос, урегулирована ли у него вот эта проблема, есть ли у него действующий с 1 января договор с региональным оператором, а все юридические лица обязаны заключить такие договоры. А если не заключат, то что будет? Будет вестись работа по выявлению. А каким образом, понятно или нет пока? Ну, я думаю, что, в общем, достаточно несложно сопоставить базы данных налоговой инспекции и вот базы данных. Давайте по порядку просто. Смотрите, мне понятно, каким образом будут платить за вывоз мусора те предприниматели, которые квартируют, так скажем, да, в крупных торговых или в крупных офисных центрах. Скорее всего, офисный центр заключает вот от своего лица там, или торговый договор с рекоператором, соответственно, у него там определенное количество контейнеров стоит, эти контейнеры вывозятся, и он платит за объем. А дальше это все уже раскладывается на арендаторов. А что происходит? Это идеальная картина, да. И опять же, этим арендаторам необходимо заботиться вопросом, заключен ли такой договор у их арендодателя в целом на объем, производимый всеми арендаторами, и включено ли это им, потому что может возникнуть ситуация, когда арендодатель этим вопросом не озаботился, либо озаботился в точке, там, в части своей деятельности, и тогда возникнет вопрос, куда девать те отходы, которые возникают у них. Но в этом случае каждый конкретный предприниматель не подписывает договор с рекоператором, у него есть случае, договор аренды. В случае, если это включено в договор аренды, то нет. То нет. Большая часть все-таки предпринимателей и бизнеса ведет деятельность самостоятельно, да, там они в формате арендованных там, торговых центров или офисных центров, поэтому здесь идет о вот этих маленьких помещениях, на первых этажах речь домов, еще где-то. Речь идет абсолютно обо всех физических лицах. У вас должна быть эта коммунальная услуга либо включена в договор аренды, либо у вас должен быть прямой договор с региональным оператором, в котором будет определен порядок и объем производимых вами отходов и их оплаты. И вот здесь есть очень важный момент, на который всем также надо обратить внимание. Я прошу, прям призываю всех на это посмотреть. Есть две методики расчета производимых отходов. Первое – это по нормативам, которые достаточно странным образом, на наш взгляд, рассчитаны и достаточно давно. Ну, могу вам сказать, что, например, в отношении кафе
расчет производится по количеству посадочных мест. Uh-huh. Это, примеров там странных много. В отношении, например, там, магазинов расчет идет с общей площади. Uh-huh. Ну, например, библиотеки, да, мы там смотрели, они тоже с количеством посадочных мест как бы генерируют мусор. Uh-huh. Поэтому этот способ расчета нам представляется не оптимальным для предпринимателей. Есть второй, и, к сожалению, о нем немного говорится, потому что подводится все к первому, он более выгоден, собственно говоря, с точки зрения деятельности рекоператора. Есть второй способ, и вот надо всем ориентироваться, ну, практически всем именно на него. Это расчет по фактически производимому объему расходов. То есть вы заключаете договор с региональным оператором, понимая, какой объем расходов у вас, собственно говоря, производится там, в единицу времени. На этот объем вы заключаете, устанавливаете, соответственно, контейнеры. Свой отдельный. Да, и региональный оператор вывозит ровно тот объем расходов, отходов, который вы произвели. То есть он вывозит, он все это взвешивает, не знаю, там замеряет каким-то образом. Ну, речь идет о кубометрах, поэтому... Потом выставляет счет. Да, по объему, количеству там, вывезенных контейнеров идет расчет. По нашему пониманию, там, по нашим оценкам, в подавляющем большинстве случаев для предпринимателей более выгоден именно такой способ. И региональный оператор обязан заключить договор по выбору юридического лица, либо по нормативу, либо по фактическому объему. Что делать сейчас юридическому? Обращаться к региональному оператору в официальной форме с... И просить договор? Ну, требовать. Требовать договор? Требовать договор, то есть требовать заключить договор на фактически образуемый объем. Урегулировать это с региональным оператором. Сделать это надо в какие сроки? Ну, по идее, он должен вступить в силу с 1 января. То есть осталось всего несколько дней? По факту, да. Те, кто не успеет, они будут платить по нормативу? Или есть какие-то лазейки? Там сложная ситуация возникает. То есть если у вас нет договора вообще, у вас никто мусор забирать не будет. Просто-напросто. Куда вы будете его девать? Ну, видимо, будете искать тех, у кого заключен договор, стоит контейнер, и выбрасывать к ним. А вот смотрите, у них возникнет резонный вопрос, почему вы это делаете. Да, да, Андрей Леонидович, ну вот я, честно говоря, не знаю, как там во всем городе происходит. Я могу взять, например, ну вот условно, давайте возьмем перекресток Октябрьского проспекта и улицы Воровского. Там на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Воровского на первых этажах в пятиэтажках очень много, вот напротив ЦУМа, если мы смотрим, да, очень много магазинов разных. Я не знаю, может быть, там у каждого есть уже отдельный контейнер. Если их нет, это не только вот этого конкретного перекрестка касается, много других там магазинов на первых этажах. Чаще всего мусор выбрасывается в контейнеры жильцов. Они же не закрыты были. То есть они открыты и просто выносятся туда все, там и складируется. Будет происходить так. Если предприниматель сознательный, и у него до сих пор нет контейнера, и он заключает договор с рекоператором, и ему ставят контейнер, этот контейнер, он где будет располагаться? Ну, отдельный контейнер, конечно, на каждый там магазин в небольшом помещении ставиться не будет. Насколько я понимаю, рекоператор будет действовать следующим образом. Они будут обобщать те объемы, на которые у них заключены договоры по тем или иным адресам, значит, и выставлять на контейнерные площадки контейнеры, соответствующие этому объему. Условно говоря, если вы подаете там, подписываете договор на четверть контейнера в квартал, ну или в месяц, никто вам не будет ставить целый контейнер для этой четверти. Вас просто объединят с соседями. Еще четырьмя такими предпринимателями, поставят один контейнер, собственно говоря, который будет вывозиться. Действительно, вопрос контроля за тем, каким образом будут правильно выбрасывать в свой контейнер твердые коммунальные отходы, вопрос открытый абсолютно, причем ну, это и в отношении физических лиц, и в отношении юридических лиц. Каким образом будет устроена эта система контроля, я на данный момент сказать не могу, но там, наша задача как торгово-промышленной палаты максимально там, проинформировать о правильных действиях юридических лиц. Вот правильным действием является заключение договора с Купритом, с региональным оператором с 1 января, для того, чтобы у вас было понимание, что ваши правоотношения в этой сфере урегулированы. Это первое, и второе, ну, наверное, даже неправильно, может быть, экономически выгодным для предпринимателя, как вы говорите, ну, абсолютно, да? Верно. Особенно для тех, у кого немного мусора образуется. Да, я так понимаю, что, в общем, штрафные санкции будут существовать, и, там, скажем, долго скрываться от этого там не удастся.
общем, всех призываем все-таки каким-то образом регламентировать свои отношения. Правда, не очень понятно, почему этого не делает региональный оператор не только в отношении предпринимателей, но и в отношении граждан, извините. Ну, региональный, ну, опять же, там, я могу говорить за юридические лица, региональный оператор достаточно большой объем работы проводит, там, информационные встречи, потому что это вопрос, который, собственно говоря, там, не только города касается, но и территории всего региона. Я знаю, что по районам области они, да, активно ездят. Ну, и мы со своей стороны там тоже информационную работу ведем. И при обращении предпринимателя даем консультации, и в средствах массовой информации стараемся, вот, собственно говоря, как сегодня обратить на это внимание. В общем, вопрос вывоза отходов с 1 января держите на контроле со всех сторон. Андрей Усенко в нашей студии. Мы прервемся на полминуты и продолжим. Особое мнение продолжается. В нашей студии Андрей Усенко, член Общественной палаты Кировской области, Общественной палаты России, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Мы продолжаем. Ну вот, чтобы тему мусора так завершить, давайте все-таки людям нашим скажем, это уже всех касается. Общественная палата по-прежнему тему с тарифом и механизмом его формирования держит на контроле. Сейчас завершается опрос в группе Общественной палаты Кировской области ВКонтакте. Там больше 8 тысяч проголосовавших. Все-таки люди голосуют большей частью человек, но вот Общественная палата на этой неделе, насколько я понимаю, будет обсуждать результаты опроса. Ну, да? 27 декабря состоится заседание Совета Общественной палаты, на котором будут рассмотрены, собственно говоря, результаты проведения этого опроса, ну и сформулирована позиция Общественной палаты по этому поводу, коллегиальное решение Совета. И все это будет передано в правительство области. В уполномоченные структуры, да. Я, насколько понимаю, сегодня нам в очередной раз обещали назвать, все-таки будем уплатить с метра или с человека, но вот сейчас коллег спрашивала, до сих пор ничего не понятно. Еще про бизнес поговорим. Давайте мы обратимся к тому, что нас ждет в январе, не только связанного с вывозом отходов в наступающем году, и рост НДС, и акцизы на топливо обещают подрасти. Все это так или иначе на бизнесе скажется, а в итоге, в конечном, мне кажется, скажется на всех нас. Ну, я на самом деле несколько там подготовился к нашему сегодняшнему эфиру, к нашей программе, посмотрел материалы об основных изменениях, которые ожидают бизнес с 1 января 2019 года. Изменений этих много. В интернете достаточно много материалов, которые так и называются. 25 главных изменений в бизнесе в 2019 году. 30 изменений разных. Но я выбрал для себя, основные. Порядка 20 их у меня получилось. Причем должен сказать, что часть, к сожалению, большая часть из них у меня со знаком минус, но есть и со знаком плюс, те, которые можно отметить. Есть те, которые пока еще не очень понятно, к минусу или к плюсу отнести. Ну, я просто перечислю для того, чтобы у предпринимателей было понимание того объема нововведений, которые их ждут. Вот давайте начнем с минуса, чтобы потом закончить на хорошем. Увеличение НДС – раз, рост акцизов на топливо – два, введение уплаты НДС для плательщиков единого сельхозналога с оборотом свыше 100 миллионов рублей, то есть нагрузка на сельхозпредприятия, не все, но на их часть в размере 20%, увеличение стоимости патентов, рост ЕНВД на 2,5%, рост взносов на социальное страхование для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения с 20 до 30%. Рост взносов индивидуальных предпринимателей на медицинское и социальное страхование. Возрастание базы, по которой рассчитывается максимальная уплата соцвзносов. Новые формы статистической отчетности. Там, просто для примера, например, теперь будет два вида справки, два НДФЛ. Одна для налоговой, одна для самого работника. О, боже мой. Теперь мы будем платить НДФЛ на командировочные свыше 700 рублей. Обязательное использование онлайн-касс с 1 июля 2019 года всеми абсолютно предпринимателями, те, кто был сейчас освобожден. На одной из новаций хочу тоже обратить особое внимание. Например, законодательно теперь определено, что если при проведении проверочных мероприятий, в первую очередь налоговых, в отношении юридических лиц, в случае, если недостаточно материалов, которые были получены непосредственно от юридического лица, налоговая имеет право обратиться к аудиторской компании, которая проводила проверку этих юридических лиц, и аудиторская компания обязана в 10-дневный срок предоставить ей те запрошенные документы.
А раньше как было, простите, раньше только налоговая могла что-то делать? Нет, раньше налоговая запрашивала у самого юрлица, если юрлицо не предоставляло в силу тех или иных причин, собственно говоря, у налоговой этих документов не было. Да? Угу. Утеряны или не предоставлены или как-то еще. Теперь надо понимать, что если вы проводите аудиторскую проверку своей компании, то через некоторое время налоговая имеет право запросить документы, касающиеся проверки вашей компании, у вашей аудиторской компании. Аудитор не может отказать. И она обязана будет их предоставить. И в плюс, и в минус пока относим. Так, это вот с плохим мы закончили, да? С плохим закончили, вот сейчас непонятно. И в плюс, и в минус отнесем налог для самозанятых. Этот эксперимент, который проводится в 4 регионах. Пока непонятно, как себя покажет, да? Совершенно непредсказуемая конструкция. Приведет ли это к тому, что ряд ИП перейдут на эту форму и их количество уменьшится? Насколько активно граждане будут этим пользоваться? Я пока не очень понимаю, сложно оценивать, потому что мы не относимся к числу этих 4 регионов. Даже на практике не поймем. Да, но с 2020 года, там, по итогам эксперимента в 2019, предполагается это распространить на всех. Пока не уверен, к чему это отнести. Рост минимального размера оплаты труда, точно такая же история. С одной стороны, это вроде как и благо, с другой стороны, нагрузка на предпринимателей с точки зрения там, фонда оплаты труда возрастает. Ну и теперь к плюсам. Их, к сожалению, меньше. Я вот вижу по листочку. Больше, да. Чем в два раза меньше, чем минусов. Но к существенным могу отнести все-таки отмену налога на движимое имущество. Это та история, которая там, 2 года назад возникла. По сути дела, речь идет о налоге на инвестиции. Этого налога не было. Ну, вернее, у него была нулевая ставка. Потом федерация сказала, что регионы, ставьте ее сами и давайте льготы. И, по сути, ну, речь шла о том, что вы приобретаете новое оборудование и сразу же начинаете платить на него налог на имущество. Все говорили о том, что это сдерживание инвестиций. Вы покупаете новое оборудование и платите за него налог. Ну, слава богу, там отыграли назад, и сейчас этот налог просто отменяют, его не будет, налога на движимое имущество. Корпорация АСВ вводит страхование вкладов индивидуальных предпринимателей в банках, так же, как и у физических лиц. Если банк теряет лицензию, то расчетные счета индивидуальных предпринимателей в размере до 1 400 000 рублей считаются застрахованными. Раньше этого не было. Раньше этого не было, это нововведение 2019 года. Продлены надзорные каникулы. Это решение, которое озвучил президент, то, которое было там озвучено 3 года назад. Но в отношении малого и среднего бизнеса. В отношении малого и среднего бизнеса надзорные каникулы по плановым проверкам. Но надо понимать, что за тот период, который предыдущие каникулы действовали, соотношение между плановыми и внеплановыми проверками изменилось очень серьезно. Если раньше в сторону внеплановых? Конечно. Если раньше это там было 60 на 40 плановых к внеплановым, то сейчас практически там 30 на 70. То есть гораздо... 30 плановых, 30 которые, плановых, которые 70. Нельзя проводить, и 70 внеплановых, 70 внеплановых которые можно которые проводить. Которые не регулируются этим. Да, и плюс, к сожалению, вот эти все трагические истории... как «Зимняя вишня» в Кемерово, ну, и прочее. Уже признано, да, к сожалению, уже признано, и мы недавно здесь в правительстве области эту историю обсуждали, но она история-то общефедеральная. К сожалению, перехода на риск-ориентированный подход к планированию и проведению проверок так до конца и не произошло. Ведь эти поручения даны были достаточно давно, должны были быть оценены критерии рисков, и, собственно говоря, там, проверочные мероприятия должны были ориентироваться в первую очередь на риски там, для здоровья, жизнедеятельности там, граждан. Но не то, что до конца, там, практически там, официально признано, что даже наполовину этого не произошло. Это продолжится, но когда это все-таки там, будет приведено к тому виду, в котором оно должно быть, пока не очень понятно. Ну и сюда же там, запишем возможность электронной регистрации юридических лиц. Теперь через интернет можно. Вы это в плюс записываете? Ну, я бы это записала, вот непонятно пока, хорошее или плохое, потому что непонятно, как работает. Ну, как работает, это понятно. Вы регистрируете там через интернет, без визитов соответствующей госструктуры. И более сидение того, в очередях? Да, более того, там обнулена пошлина. То есть, по сути дела, зарегистрировать юридическое лицо сейчас ничего не стоит. Все делается через компьютер и в течение там, буквально пары дней. Вопрос в том, что это ведь не самое главное для ведения бизнеса, открыть его. Проблема-то начинается, собственно говоря, после того, как ты это сделал. Поэтому упрощение этой процедуры, вот по моим ощущениям, какому-либо там ощутимому росту в
сфере бизнеса не приведет. Не набежит толпа желающих сразу же зарегистрироваться через, и да, начать действовать. Не высядется она в интернете, а если набежит, то, в общем, как бы ненадолго. Так же и убежит. Ну, еще один момент, тоже, наверное, там такой, кто-то может и оценит. Работодатель может теперь относить на расходы затраты в размере 50 тысяч рублей на сотрудника и членов его, на каждого из членов его семьи, потраченные на отдых в России. Ой, это прекрасная совершенно вообще история. Мне кажется, просто работодатели в очередь сейчас выстроятся, чтобы всех нас отправить в отпуск на 50 тысяч рублей. Слушай, мне кажется, это вообще не будет работать. Вот обязательно, это же не обязанность работодателя, он может это сделать. Может. То есть никто, а сейчас сотрудники зато пойдут к своим начальникам. А зато какой хороший инструмент кадровой политики, Андрей Леонидович, конечно, да? Конечно. Вот, социальный пакет. Да. Мы оплатим вам отдых в санаториях Вятского края на сумму в 50 тысяч рублей. А эта история, она, напомните, пожалуйста, будет работать только для отдыха внутри России? Да, конечно. Только для отдыха внутри, конечно, России. Стимулирующие меры для развития внутреннего туризма. Да, поэтому, к сожалению, из того, что мы отнесли к положительному, ну, таких кардинальных, за исключением отмены налога на имущество, изменений для бизнеса не произойдет. В отличие от того, что мы отнесли к отрицательным, те, которые приведут к прямым финансовым потерям, к снижению, собственно говоря, там, маржинальности бизнеса, угу, да, к потере конкурентоспособности и к достаточно серьезному в совокупности, вот если посмотреть, возрастанию финансовой и фискальной нагрузки на бизнес. Так, а к чему это приведет впоследствии? Ну, это же достаточно все предсказуемые вещи. Бизнес ведь не берет деньги из ниоткуда. Бизнес все свои затраты вкладывает в себестоимость своих товаров и услуг. То есть за все это заплатим? Которые оплачивают, собственно говоря, там все потребители, так или иначе. Что рост акцизов на нефтепродукты, это, собственно говоря, то, что мы обнаружим с вами на заправочных станциях. Рост НДС, это то, что мы обнаружим с вами в магазинах и в тарифах, в том числе естественных монополий. Акцизы на топливо мы там тоже обнаружим в магазинах. И акцизы на топливо точно так же везде окажутся. Рост там, нагрузки, стоимости патентов, рост ЕНВД, внедрение онлайн-касс, это все скажется на, ну, в первую очередь, небольшом бизнесе, который... услугами которого мы пользуемся там, практически ежедневно в виде там, больших-небольших магазинов, каких-то там бытовых услуг и всего остального. Поэтому ну, надо признать, что там, снижение налога на имущество на 2% там, вкупе со всем остальным приведет, на мой взгляд, к достаточно серьезному росту себестоимости товаров и услуг. И достаточно серьезному, Андрей Леонидович, это сколько? Ну вот от и до. Я думаю, что... Я понимаю, что разные есть отрасли, разные секторы, но все-таки. Ну, я бы оценил это в цифру порядка там, 10% минимум. Это к концу следующего года? Это или в течение следующего года. Следующего потому года. Что бизнесу, опять же, вот тут понимаете, какая история. Бизнес ведь давно говорит о том, что ну, дайте хоть какой-то стабильности, да, давайте хоть год, а то и пять, там, ну, вернее, там, все просили 5 лет поиграем по правилам, да. И президент ввел там мораторий на изменение налоговых платежей 4 года, которые мы в этом режиме прожили, за которые появилась целая куча, уж простите там за общеупотребимое слово, неналоговых платежей. Но нагрузка-то выросла. Нагрузка возрастает постоянно. Бизнес ведет деятельность в условиях там, нестабильности правил игры. Это приводит к тому, что бизнес закладывает свои затраты не только прямые расходы, которые, собственно говоря, у него возникли в виде, например, роста НДС, но и закладывается на некое будущее, если у него еще это позволяет сделать там, спрос. А мы с вами имеем дело с некой там, ситуацией ножниц, да, там, перекрещивающихся графиков. У нас растет налоговая там, и неналоговая нагрузка на бизнес, и при этом снижается покупательная способность населения, которая в конце концов и является потребителем, собственно говоря, всех товаров и услуг. Поэтому с двух сторон, получается, атакуют бизнес. Доходность бизнеса снижается, а нагрузка на бизнес возрастает. При этом при всем мы с вами там, имеем национальный проект,
связанные с ростом малого и среднего предпринимательства, в котором заложены достаточно серьезные цифры там, роста. Показатели, да. И количество субъектов, и количество занятых в малом и среднем предпринимательстве, и количество, вернее, их доли в ВВП, и роста оборотов. Понимание того, каким образом показатели этого национального проекта будут достигаться, ну, пока никем не заявлено. Ни Минэкономразвития, там, ни правительством в целом. Напомню, что там, в отношении одного из национальных проектов ну, по строительству да, уже как бы, прозвучало да, там, на самом высшем уровне там, ну, как бы, оценка того, что его будет там, крайне сложно, если не невозможно исполнить. И вот по факту мы имеем текущие там, действия, связанные с изменением правил игры, увеличивающие да, нагрузку на бизнес, но при этом стратегическую задачу по росту, собственно говоря, этого бизнеса. И эти две вещи друг другу противоречат. И непонятно, как они будут сосуществовать на территории нашей стороны, на экономической ее территории, как минимум. Андрей Усенко в нашей студии, у нас 2 минуты рекламы, и мы продолжим. Андрей Усенко в нашей студии, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, член Общественной палаты Кировской области и Общественной палаты России. Мы продолжаем. Ну вот, следующая наша тема, я, честно говоря, не знаю даже больше, в какой она вашей компетенции, как общественника по экономической линии или как общественника по линии Общественной палаты. Накануне, там, да, и 2 дня назад эта новость появилась и ввела всех в некоторый шок. Киров выбрали столицей российского дизайна в 2019 году. В социальных сетях реакция первая, ну вы понимаете, какая, да, была первая реакция, что мы столица российского дизайна, у нас носятся исторические здания, у нас тут ужас какой-то дороги, у нас дома покрашенные в дымку, говорят противники, значит, покрашенных этих домов, и мы при этом столица российского дизайна, да не может такого быть. Как? Как такое случилось, Андрей Леонидович? Я, собственно говоря, с этими вопросами столкнулся еще, когда мы готовили заявку, и никто не знал о том, что мы собираемся претендовать, и мы тут предварительно озвучивали. Ну, как бы, существует и все перечисленное вами, но существуют и некоторые другие вещи. Там, например, наша компания там, Julian Overs, производитель премиум кухонь, несколько лет назад получила общемировую награду в области дизайна Red Dot Awards. Так. Компания МЦ5 неоднократный победитель достаточно серьезных дизайн-конкурсов. Буквально месяц назад там наша кировская девушка-дизайнер Анна Исупова принимала участие в качестве дизайнера в программе «Квартирный вопрос» на НТВ. И после этого очень хорошие отзывы и отклики получила там на федеральном уровне и заказы. У нас, ну, вот, что касается торгово-промышленной палаты, мы уже там больше 10 лет проводим конкурс-выставку сферы дизайна. Таких мероприятий на региональном уровне, а уж тем более в городах там не миллионниках, практически нет, а на таком уровне, как, на котором проводим мы, нет точно. У нас есть, помимо там регионального отделения союза дизайнеров, у нас есть там, гильдия дизайнеров Кировской области. Поэтому если там, и многое-многое. Те же самые там дымковские дома, у них есть противники, а есть и сторонники. И на федеральном уровне, когда мы презентовали регионы, показали в том числе там этот проект, он был очень положительным. Я правильно понимаю, что все-таки Союз дизайнеров России принимал решение, да? Да, это... Для них определяющим все-таки были какие-то, ну, скажем так, не внешние вещи в первую очередь, а именно вот событийные какие-то вещи, или нет? Союз дизайнеров России смотрит в совокупности. Они каждый год на конкурсной основе определяют носителя этого, город-носителя этого статуса. И это понятно, что это не статус... определяемый только по внешнему виду, по заслугам, скажем так, да, там, что вот у вас дизайн замечательный, поэтому вы столица. Ну, тогда, собственно говоря, там периодически чередовались бы, я думаю, там, Москва с Санкт-Петербургом, и, собственно говоря, всем остальным-то в этом конкурсе делать было бы нечего, да, там, объективно. Это все-таки проект, направленный в большей степени на развитие самого дизайна во всех его проявлениях в городе, начиная там от городской среды и общественных пространств, заканчивая в том числе там, промышленным дизайном, да, во всех проявлениях дизайна. Здесь Союз дизайнеров смотрит как раз на то, в каком состоянии сейчас в регионе, в городе находятся различные отрасли дизайна, насколько
есть заинтересованность самого муниципалитета и тех, кто занимается различными там направлениями. То есть они не только позицию профильных экспертов оценивают, но и позицию властей, заинтересованности. Конечно, да? Ну, а заявка, собственно говоря, подписывается главой администрации, и мы здесь там благодарны Илье Вячеславовичу за то, что он наше предложение поддержал, заявку эту подписал и, в общем, достаточно активно включился в это, потому что он, вчера на пресс-конференции отмечал, что он видит, собственно говоря, там некую вот эту совокупность мероприятий в виде урбан-форума, там, вот этого проекта, других активностей гражданских с точки зрения как раз улучшения там городской среды, улучшения качества жизни. Потому что, ну, с одной стороны, еще раз повторюсь, присутствует то, о чем вы говорите, а с другой стороны, ну, а, собственно говоря, это надо менять. Мы, в общем, именно для этого это и делаем. Потому что там статус столицы российского дизайна, он предусматривает проведение достаточно большого количества мероприятий в городе в течение года. Вот на данный момент там проект нашего плана включает в себя там больше 25 мероприятий в общей сложности. Это за год они пройдут? Да, распределенно в течение года. Вот. Откроем мы программу этих мероприятий на нашей выставке «Сфера дизайна» 24-27 января. Мы, собственно говоря, уже договорились о приезде председателя Союза дизайнеров, нескольких достаточно именитых экспертов, которые поделятся своими представлениями, дадут оценку состоянию и развитию дизайна в нашем городе. И таких мероприятий в течение года будет много и достаточно. Ну вот помимо сферы дизайна, давайте так, все-таки есть часть мероприятий профильные, да, которые вот, ну, исключительно для экспертов и для специалистов отрасли будут, а есть часть мероприятий, наверное, которые так или иначе задействуют горожан. Вот помимо выставки сферы дизайна, куда, я знаю, все могут прийти, да, в какие-то локации посмотреть, что еще будет? Ну, смотрите, в качестве примера, например, могу привести, у нас есть договоренность о том, что с организатором этого проекта выступает наш опорный вуз, Вятский госуниверситет. Они планируют провести экспозицию, конкурс, так скажем, малых архитектурных форм и арт-объектов в городской среде. Причем и среди уже там реализованных, воплощенных, и среди концептов, которые впоследствии могут появиться на улицах города. Причем часть из них они собираются визуализировать, то есть, соответственно говоря, там представить в неком осязаемом там виде. Будут мероприятия, направленные на поддержку молодых дизайнеров, тех ребят, которые учатся еще, там конкурсная программа, мастер-классы такого плана. Мы берем, например, тему дизайна книги. Так. И в рамках конкурса «Вятская книга года» планируем, собственно говоря, там провести конкурс на лучшую оформление с точки зрения дизайна книги. Участвовать в этом конкурсе могут только кировские издатели или могут... Ну, это Вятская книга года, здесь как бы ориентируемся мы на это. Нам очень интересно представляется, опять же, с точки зрения там всех горожан, там всех жителей региона. Мы собираемся в рамках Дня промышленного дизайна в выставочном центре «Вятка Экспо» организовать ретроспективную выставку кировского там дизайна за 20-21 век, начиная, ну, включая различные образцы там промышленной продукции, которые производились, мотороллеры, взятки, автомат. Это все в натуральном виде у вас там будет представлено? Ну, это все потрогать можно будет? Или только на фотографии? Физические экспонаты мы собираемся представить непосредственно, да, то есть то, что касается промдизайна. Вы знаете, что у нас там Авитек в свое время производил складную, компактную детскую коляску. Было дело, да. Хорошая, кстати, коляска. Да, она складывалась в чемоданчик и раскладывалась там в полноценную коляску. Вот на таких образцах мы собираемся построить экспозицию. Это когда будет примерно? Это июль. Где-то летом. Июль. И мы надеемся здесь на активное участие наших предприятий, которым мы знаем, что есть что показать. Экспозиции их музеев, которые сейчас достаточно качественно сделаны на целом ряде предприятий. Они надеюсь, с вами поделятся. Да. Потому что здесь важно сказать о чем. Проект «Киров – столица российского дизайна» – это проект открытый. Это не значит, что вот там четыре организатора: администрация города, торгово-промышленная палата, региональное отделение Союза дизайнеров и ВятГУ вот полностью там свои каши всем варятся, управляют. Да. Проект открытый, и это некий, как я его называю, там зонтичный бренд на год.
бренд, которым могут воспользоваться и предприятия, и гражданские там движения общественные, и средства массовой информации. Ну, например, там с рядом предприятий вели переговоры. Те, кто считает, что их дизайн является для них там, ну, уникальным предложением, да, каким-то, или отличает их, мы им предлагаем использовать в течение года этот статус как механизм, как инструмент для продвижения своих брендов. Да? То есть, если вы заявляете, что там, этот дизайн был разработан или там, создан, или сейчас продвигается в рамках проекта «Киров – столица российского дизайна», это дополнительный инструмент формирования там, притягательности этих брендов. Поэтому я приглашаю всех, собственно говоря, к участию в этом проекте. Связаться с организаторами как можно? Торгово-промышленная палата, сайт vcci.ru. Там все контактные телефоны. Можно ко мне все. Можно к Андрею Усенко, всем, кто знает его телефон. Андрей Усенко был у нас в особом мнении. Я благодарю гостя за программу. И мы прощаемся, потому что звукорежиссер уже прям вот стучит по столу и выгоняет нас из студии. Всем до свидания. До свидания.